Медицинских работников накануне профессионального праздника чествовали в Костанае. Лучшие в своем деле получили государственную награду. Медаль Еңбекарда Герой и ведомственные знаки отличия. Всего же в сфере здравоохранения региона более 12 тысяч сотрудников и почти 2 тысячи из них – врачи. В их числе также молодые специалисты, которые приехали из других областей работать в селах. Их обеспечивают подъемными и жильем. Ну а в рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах улучшают условия труда, а также качество обслуживания населения. По этой программе в области строят 25 медицинских объектов. 6 из них уже введены в эксплуатацию. Очень много пришли участковых врачей, терапевтов. В общем, приток есть молодежи. Оборудования тоже хватает. В последнее время получили и новый наркозный аппарат, сейчас функциональные кровати, операционный стол, анестезиологические аппаратуры, все хорошо.